постоянный цвет, такой немножко кремовый чуть-чуть. Давай расскажем про ЛИАЗ. Итак, ЛИАЗ-158В автобус синего цвета с белыми дверьми. Радиаторы в нем три горизонтальные синие полосы. ЛИАЗ-158В был основным автобусом городских автобусов в Чебурашках Советского Союза и Москвы в 1960-х, начале 70-х годов. Это модификация ЛИАЗ-158 производства Лигинского автобусного завода. Внешне он отличается от предшественника удлиненным почти на целый метр узлом с увеличенной пассажиропроводимостью и отсутствием окон и вентиляционных люков. Вот смотри, там ЛИАЗ и там ЛИАЗ. Их разделяет 60 лет. И тут и там ЛИАЗ. И тут это ЛИАЗ 3D получается такой. Вашу маму и там, и здесь показывают. Я к тому, что действительно сегодня можно наблюдать эволюцию, как техника изменяется, как наша жизнь изменяется и на чем мы будем ездить уже завтра, возможно, и на чем ездили наши мамы, бабушки и прабабушки. Так что здорово, сегодня восстанавливаем связь времен. Очень правильный праздник сегодня, потому что приходите сюда с семьями, а тут есть что, чем заняться и детишкам, и маленьким, и папы теряются, но мы их быстро находим. Так где Вертинский старший? Сейчас мы ему зададим. Включаю счетчик Владиславу Вертинскому. А знаете что? Если он в итоге не придет, мы с вами тут сами зашумим, не хуже. А дома поговорим. Так.